Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Максим Виторган, который уже около года встречается с Нино Ненидзя, оказался в постели с двумя другими женщинами. Причем на фотографии он позировал без одежды. Снимок бывший муж Собчак опубликовал в Инстаграм. В кадре он лежит на подушках рядом с актрисой Викторией Толстогановой и режиссером Оксаной Карас. На первой, так же как и на Виторгане, нет одежды. Вторая же, которая и сделала снимок, лежит в центре. На ней медицинская маска и майка на тонких бретелях. Просто такая работа. Подписал постельное фото возлюбленный Ненидзя. Очевидно, кадр был сделан во время съемок сериала «Чиновница», в котором играют Толстоганова и Виторган. Карас, которая стала режиссером-постановщиком картины, сообщила в Инстаграм, что перед началом работы все члены съемочной группы сдали тесты на коронавирус и, по традиции, разбили тарелку. Видно, что дистанцировались, Макс в цветнике лежит. Вот это я называю тесным сотрудничеством. Не удержались от шуток комментаторы. Некоторые из них стали гадать, в какой именно роли появится в сериале бывший муж Ксении Собчак. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.